противном случае вы покинете лагерь в течение часа. Женщины и дети спят в палатках, их кормят. У мужчин такой возможности нет, потому что лагерь переполнен, он на 900 человек, а живет там сейчас около 2000 человек. Из этого лагеря в разные российские города кого-то на работу, кого-то просто к себе принимают и потом пытаются как-то устроить, ну а кто-то сразу с границы уезжает к своим родственникам. На Ростов бесплатных мест больше нет.